небольшой перерыв окончен. Привет всем, кто только подошел. И вперед дальше в данж изучать его. Так, нам придется обойти, да, все, на второго этажа. Ну, G-Flame, когда он новый, это нормально. Блин. Шарлотта, конечно, в этом наряде просто огонь. Сакрата не особо меня привлекает другие моменты. Хоть их в кадр довольно малая часть попадает, но все равно. Попадает самое важное. Было закупиться бутылками на СП. Ну, тут недалеко. Еще пару квестов выполнили. Так, здорово. Итак, бутылки на 30. Давай там. Возьму, так сказать, чтобы больше не париться. 70. Я думаю, мне этого хватит.
Давай, G-Flame. Хотя тебя никто не гонит. Шарлотта, конечно, огонь. Тащит. Неплохо. Кошмар близок. Ну почему? Ты все-таки. Твою же. Обожаю такие моменты. Который для прокачки отношений нам понадобится. И да, мы скинули тут ключ 2-1. Твари. ほっといてもらいて任せて。
くほっといてもらいて。もう関わらないわ。取り乱して、давай, клан, удачи. Прелесть. Так, ну с первым этажом эта пати вообще на изи разбирается. Так, надо переключиться за Клару. Там урожай можно собирать. Давайте посмотрим нашу добычу. Так, во-первых, для Хамел. Наконец-то. Неплохо, конечно, еще СП 22, а сейчас 23. Прекрасно. Такое себе. Ну, тоже такое себе. Так, ну слушайте, неплохо. Все-таки хорошее оружие для Хамел, как минимум, выбилось. Это уже тик. Так, в этот раз давайте броньку. Отлично, я попал по бонусу, чтобы, ну, сами видите, мгновенно наши плюшки уже были готовы к сбору. Прекрасно. Натурат, они все топич. Они все топчик. Так, ну посмотрим. Да, что-то Хамил ничего путного. Хотя, с другой стороны, что думаете?
Снизите магическую защиту на 28%. Да и не только ее. Еще и сопротивление против определенных элементов. Точнее, против всех где-то на 5, где-то на 25. Зато сильно повысить физическую защиту. Еще плюшки. Не, все-таки мы еще лишимся навыка, который не режет дамаг, если персонаж находится на второй линии. Вот именно. Ну, Салар, все равно, когда по ней убьют, то она получает по жопе. Так, ладно. Нет, оставим как есть. Так, Гретл. Да, тоже фигня. Короче, все фигня. Так, давайте аксессуары. Ну, в этот раз можно всего чуть-чуть. Кроме AB, которые нам дают куски для различные. Куски, которые мы, ну, используем для того, чтобы бафнуть, так сказать, тюрьму. Ну, там, вот как мы сейчас поставили. Нельзя сохраниться, но зато сейв. Зато больше экспы получаем. Как бы, в частности, вот с AB плюс кристаллом мы получаем это дело. Так, отлично. Не будем рисковать. Опа. Не совсем то, что я хотел, но ладно. Шарлотте бы побольше СП. И Алисе. Кстати, вы сказали, что соскучились по кровавому безумию. Надо это исправить. Я
して、やってやるぞ。さっさとレバー、おでろ。緊張するな。もっとだ。任せて。覚悟はいいかい。おかげだね。疲れた。Ну, Натурат. Посмотри выше. Ну, мы как последние 20 минут уже еще не сохранялись, так что да, опасненько. Ну, Артём, к сожалению, это проблематично. Сейчас все группы в данже. Лаки! Мирхен, да! Бок на банда, не? Кто у нас выйдет? Куэде кимера! Икё! Укете миро! やってやるぞ。さっさと勝負だ。力を貯めたいの。覚悟しなさい。僕の番だね。Знаете, Шарлотта в кровавом безумии слишком опасна. Вот ее лучше остерегаться. Мальчик табирето.Видите, какой у нее классный дамаг. Ага, испугался. Не, ну Шарлотту, да. Мне страшно. Да, блин. Думал, что Алиса упадет. Но Алиса тоже не стоит с ней играть. Блин. Прекрасно. Ну, кстати, если вы хотите из данжа, то лучше всего с Кларой. Потому что у нее ближе всего вход. Так посмотреть. Она сейчас вообще здесь. Вот здесь. Артём, это не так легко устроить, все-таки. О, здорово, здорово, здрасте. Так, что у нас? ХП
Слушайте, эти этот аксессуар вроде бы хорошо подойдет. Давайте возьмем один, ради интереса. Кто скажет? Потратить 5000. Жаль, что мы не можем посмотреть сравнение, все более детально. Для этого нужно запоминать все статы вручную самому. Или записывать их. Нам на одну штуку хватает. Стоп, я могу так легко в этой менюшке открывать мою менюшку главную? Серьезно? Тогда другой разговор. Понятно. Но купленные аксессуары не могу сразу надеть. А, вот он. Да, смотрю. Слушайте, а он реально охрененный. А, можно еще один? Так. Так, это все мусор. Так, по идее, у меня тут тоже должен быть какой-то мусор для продажи. Я надеюсь, что он есть. А вот и, собственно, это все ненужный мусор, что я сейчас буду продавать, который в описании пишет, что, ну, вы его можете только продать. Например, это у нас красный кусок ткани. Хорошо подходит для того, чтобы что-нибудь состряпать из него. Вот, продать можно. これでいいのかい?どれにするんだい?これでいいのかい? Так, Алиса. Алиса он хорош, а на Мэри как он? Чуть-чуть упадет на фигня. Берем еще один. Это стальная. Тоже неплохо. Слушайте, Цу тоже получает больше плюсов, чем минусов. Ну хотя вот защита против воды. Ну это ладно. Чем-нибудь его другим повысим. Вот русалочки можно не брать. И еще мы можем прокачать его до плюс 20. Вообще отлично будет.
оружие. Так, АК-42. Так, СП. Так, нет, нам нужна магическая атака. Шесть. С 50, СП 6. Так, ладно, все, хватит. Возьму еще пару бутылок чего-нибудь. Например. Блин, все-таки что-то годное у этого торговца есть. Отлично. Хорошо, что все-таки можно вот открыть меню и посмотреть статы у своих вещей. Вау! Слушайте, а Шарлотта получает удовольствие, ей нравится. Вы ее слышите? Или это не Шарлотта? Или это русалочка все-таки? А это вообще Мэри? А нет, это Мэри. Раньше улыбался. Но Турат, я не обратил внимания. Но вполне себе может быть. И свалил сразу же. Нет. Мои бонус-награды. Посраны. Отлично. Ну, Артём, это было бы... Было бы не весело, как минимум. Эй, алло, вы что делаете? Воу! Отличная битва! Трое уже сдохли. А, так. Нифига себе. Пати, которая вообще всех, ну, просто уничтожала только что без особых проблем. Появились 4 сердечка. И чуть не положили нас.
Ну, Салар. Так же интереснее, не? Фуму, привет. Нет, они не камикадзе. Они просто ауешный мощный удар имеют. А если все четыре начнут его использовать одновременно, это жопа для пати. Так, мы сделаем по-другому. Так. Ну, как бы они бьют водой, в частности, элементом. Так что... Если очень хорошо прокачать, собственно, сопротивление к воде, то проблем не будет. Туцу, например, она 85 аж. Да, все печально. 95, 117, тут еще плюс-минус, тут еще... Ну, Шарлотта лучше... А, Алиса. У Алисы лучше всего. Ну, это как обычно, через аксессуары. よし、行くよ。よし、行くよ。僕の力だ。 Я! Да, твою же. Почистить от кошмариков. Тогда смотри сюда. А тут еще веселее. いいかい? Вот если бы их ход был первым, то могло бы кончиться и по-другому. А, ТП у всех на максимум. Отлично. ТСП. Хватит, я думаю. いいものね. Так, прекрасно, что это все. Обратно. Мерхенда! Идем!
これで開けるとうまくいくわ。みんな下がって。全力で行くよ。行くぜ。Кому кровавое безумие? Шарлотта и Цу ближе всего к этому. А вот теперь Мэри. Ну что, хотите посмотреть на Мэри в состоянии кровавого безумия? Будет весело. Стал Джесс, здравствуй, добро пожаловать. И переход на нижний этаж, отлично. Сначала все-таки заактивируем. Привет, половинчик. Кстати, у Клары можно собрать урожай. Кстати, сейчас получается, что Джек ближе всего ко входу. Ну, относительно. Ну, да, нормально, хорошо. Ай, нет. Ладно. Прекрасно. Энкаунтер открылся. Мада боку нему. Яру кото ару. Нандака ия на канжи га суру ва. Фукиц сугиру. Гоме! Ии моно не. Торговец, что-то ты очень часто появляешься. Вот когда нужно, его нет. Так, и где эта дверь? Стоп. Что-то... Жесть, вы издеваетесь? Бог на банда, не? Ну чё, ребят, веселье хотите? Я думаю, можно оставить Мэри.
еще один враг остался. Все равно я собираюсь покинуть данжен, чтобы сохраниться. Защита. А твою ма! Машину. Ребят, я старался устроить вам шоу. Но, увы. Игра меня троллит. Ну, сталк джест. Ну, примерно 6 будет. Само собой, не в идеале. Ну все, ребят, тут мы сохранимся и на сегодня остановимся. А на следующем стриме завтра начнем с того, что, ну, учитывая, что Джек как раз таки покинул данжен, хотя и Клара может, начнем с того, что прокачаем чуть-чуть отношения с персонажами и почитаем взаимоотношения для разнообразия, а потом обратно в данжен. Но мы уже на третьем этаже. Так что до конца недели мы, скорее всего, возможно, до конца данжа доберемся. Возможно. Так что продолжение следует.